Всем большущий привет! Давайте сегодня сделаем бонусную, очень красивую медитацию, которая называется «Путешествие в ваш небесный дом». Мы, как божественные существа, созданы из энергии, а для энергии нет никаких преград. Я очень рекомендую вам пользоваться методами визуализации для того, чтобы привлечь необходимые вам элементы в свою жизнь. Мы действительно можем творить миры. Мы можем летать, превращаться в разные существа. Некоторые могут дышать под водой, потому что энергия может приобретать любые формы. Вспоминая свою истинную суть и проявляя свои безграничные возможности, мы восстанавливаем свои силы и обретаем гораздо больше могущества и в нашей земной жизни. А самое главное – это то, что мы возвращаемся в состояние гармонии, покоя, успокаиваем свои страхи и обретаем естественное состояние дарения, изобилия, успеха. Сядьте или лягте там, где вам удобно. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и медленных, продолжительных выдохов. Плавно вдыхаем до тех пор, пока легкие полностью не заполнятся воздухом. Выдыхаем, позволяя воздуху медленно выходить, не выдыхая его с усилием. Мысленно обратитесь к вашим высшим силам с просьбой окутать вас яркой, сияющей белой энергией. Представьте, что вы оказались внутри кокона из этой энергии. Постарайтесь удерживать и укреплять эту защиту в течение всей медитации. Вы отлично справляетесь. И сейчас обратите ваш внутренний взор в область сердца. Представьте, что в груди образуется яркий золотистый источник света. Вы входите в этот золотистый свет и как бы растворяетесь в нем. Войдя в этот светящийся шар, вы как бы оказываетесь в другом измерении. Представьте, что перед вами расстилается огромный прекрасный мир, который залит золотистым солнечным светом. Вы видите цветущие сады, великолепные храмы, зеленые леса, горные вершины. Прозрачные озера, моря с золотистыми пляжами. И ваш прекрасный небесный дом. Вот это все ваш мир. И вы можете организовать все в нем по собственному желанию. Вы находитесь в центре этого мира. Вы можете летать по нему, плавать. Вы можете стать великаном или уменьшиться до размера Божьей коровки. Вы
можете превращаться в разных животных, а также в эльфов, гномов. Для этого вам только нужно создать намерение и больше никаких усилий. Представляете? В этом вашем мире вы являетесь всемогущим существом. Вы неуязвимы. Вы можете представить также, что вы легко взлетаете, парите над вашим прекрасным миром. И вы сможете сверху увидеть, как он красив. В лесах обитают звери и птицы. Ваш мир богат и населен. Вы видите множество разных фантастических животных, которых вы никогда не видели раньше. И вы твердо знаете, что все существа, которые обитают в этом мире, дружелюбны по отношению к вам и настроены к вам с любовью. Этот мир абсолютно безопасен. Таких понятий, как зло и страх, в нем не существует. Все вокруг пронизано любовью, светом и добром. Вы летите сверху, любуйтесь своим прекрасным миром, цветущими садами и лугами, морями, океанами, пастбищами, где пасутся коровы. Возможно, вы также видите дворцы, храмы. Заполните ваш мир любыми прекрасными вещами, которые вы только можете себе представить. Если вы хотите от чего-то отказаться, уберите это из вашего мира. Если во время этого эксперимента вы решите, что вы хотите остаться в человеческой форме, то вы можете продолжать ваше путешествие в этой форме. Вы можете отправиться в прекрасный сад, чтобы погулять там среди ароматных цветущих растений. Вы можете делать все, что хотите, потому что это ваш мир, и ваши возможности в нем не ограничены. В этот мир не может войти ничто негативное и деструктивное. Вы можете продолжать находиться в вашем прекрасном мире, но если вы решите вернуться в здесь и сейчас, то сделайте вдох, выдох. Если ваши глаза были закрыты, откройте их. Благодарим вас за то, что вы выполняете с нами эту медитацию, и желаем вам исполнения ваших желаний.